Все мы знаем, что практически ежегодно весной идут подтопления гаражей и с территории стадиона, также родника. Вот. Все происходит это по причине того, что русло этой реки, особенно в районе гаражей, очень сильно замусорено. Поэтому приглашаем жителей помочь нам это русло расчистить. Будут участвовать общественные организации, предприятия города. Ну и надеемся, жители придут тоже на эту акцию. В этой акции также будут принимать участие сотрудники администрации. Так что работы всем хватит. Люди желательно, чтобы были в сапогах. Если есть высокие сапоги, лучше, конечно, в высоких сапогах, чтобы там не промокать. Ну а перчатками обеспечим.